Кстати, из США в последнее время приходит все больше и больше хороших новостей, что не может не радовать. Да. Разумеется, вот еще одна. Орский Алай стал чемпионом Кыргызстана по футболу. С чем мы их, собственно, и поздравляем. Поздравляем. А может, и действительно не зря некоторые политики говорят, что столицу нужно перевести в город Ош. Как раз об этом специальный репортаж нашего корреспондента из США, Бекзат. Смотрим. Ассаламу алейкум, акалар, укалар. Эйслер, Бишкек, кослер, Оршчада. Здравствуйте, дорогие телезрители. Перед вами специальный корреспондент из города Ош, Бахрамов Бекзат. Как все знаете, многие политики считают, что город Ош должен стать не просто южной столицей, а официальной столицей нашей страны. И это не потому, что у нас хорошие дороги, освещенные тротуары, красивые улицы, красавчик Бекзат. Факт есть факт. Давайте лучше спросим у горожан, что они думают по этому поводу. Здравствуйте, представьте. Меня зовут Азат. Мне говорят то, что ашане самый сильный народ. Это так и есть. Мне сказали то, что каждый парень может отжаться 20 раз. Ну, без проблем. Все? Все, спасибо. А этот, подъем переворот надо? Не, все, спасибо, хватит. Есть еще одно утверждение, то, что ашане самый интеллектуальный народ. Давайте это проверим. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь. Хутман. Пожалуйста, скажите, когда был открыт закон ОМА? ОМА? А, 9 октября, одноклассник кафе Гегеле. Нет, мы сейчас камеру отключим, хорошо? Эй, ка, не медокон, бирмин сейю, золотун ж биринчи джилы, докон, ой, ло. Когда? Бирмин сейю, золотун ж биринчи джилы. Вот видите, и это тоже правда. Всем известно, что ашане самые общительные. Давайте это проверим. Вот, скажите, пожалуйста. Нет. Можно вам задать вопрос? Нет. Как вы видите, у нас и вправду самый общительный народ. Это был специальный корреспондент для студии 7 Бахрам Бекзат. Приезжайте в Ош.